Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде Едуард Гурвіц. Вітаю вас! Добрий вечір. Ну і насамперед, знаєте, таке питання, з якого хотілося почати нашу розмову, бо хвилює дуже багато людей, ваших опонентів, які навіть втратили спокій і сон. Чому ви досі не виходили в ефір опозиційного телеканалу «Круг»? Ну, если этим оппонентам, как вы их называете, обязательно надо в моем каждом действии искать злой умысел, то пожалуйста. В этом случае он состоял в том, чтобы продемонстрировать, что по отношению к этой городской власти оппозиционными являются абсолютное большинство телеканалов в Одессе. Эти оппоненты лгали и продолжают лгать, что Труханов пользуется широкой общественной поддержкой и бешеной популярностью, и что у него нет конкурентов. Но благодаря моему появлению на разных каналах, одесситы видят, от него отвернулись все. У него нет ни конкурента, у него нет шансов. Конечно, им бы очень хотелось запереть меня только на круге, и я расстроил их, понимаю. Но им надо быть готовыми. Дальше будет еще хуже. А на круге я, конечно, буду появляться. Какие могут быть сомнения? Вот только график наших встреч я с ними согласовывать не собираюсь. Дякую за відповідь. Знаєте, за часів вашої каденції, коли ви були мером міста, дуже була відчутна соціальна поміч малозабезпеченим людям. Це кошти на купівлю хліба, це соціальні їдальні, давалися квартири дітям-сирітам, була адресна допомога. Ну, а з приходом, скажімо так, нової влади ці програми були закриті, і ми сьогодні маємо те, що маємо. Так сложилось, что еще со времени работы в Жовтневом районе я старался уделять большое внимание социальной помощи. Ведь те, кто, может быть, еще помнит об этом, и для меня очень важно, чтобы как-то помнили, потому что и у меня детство, и молодость тоже прошли в очень непростых, я бы так сказал, обстоятельствах. И мне пришлось справляться с жизненными невзгодами. Так вот, отличие от предвыборной гречки, правильно организованная социальная помощь имеет большое значение и для жителей города, и это важнейшая функция местной власти. Это одновременно показатель ее нравственности, ее профпригодности. Неудивительно, что все это направление нынешней властью абсолютно провалено. Несмотря на огромные бюджетные возможности. Ведь каждый год, когда публикуют про мизерные данные о выплатах ветеранам войны, заслуженным людям, деятелям искусства, ветеранам труда, гордости Одессы, они все время публикуют 500 тысяч гривен. Ну, это стыдно. Конечно, мы это непременно исправим по всем категориям одесситов. Но я хотел бы сказать о том, что мы помогали людям, когда бюджетные возможности Одессы были несравненными с этими. Сегодня бюджет Одессы 13 миллиардов гривен, это 500 миллионов долларов. Мы говорим о 90-х годах, у нас был 80 миллионов долларов. Мы с колоссальным трудом находили деньги для того, чтобы оказывать, тем не менее, материальную помощь населению. Вот после нашей победы, в которой я, в общем-то, уверен, население города будет получать материальную помощь 2 миллиона гривен в день. То есть 5 дней рабочих в неделю будет материальная помощь 10 миллионов гривен. Это не пустые слова. Даже в тяжелые времена финансового кризиса 7-8 годов мы тратили 180 миллионов гривен на поддержку людей, то есть по 400 тысяч в день, по 500. В нынешних условиях децентрализации и тех возможностей, которые получил город, эта сумма будет 2 миллиона. Это касается не только денежной помощи, ведь можно рассмотреть вопрос о том, чтобы мусор, допустим, для одесситов вывозился бесплатно. И даже сделать так,
чтобы это было выгодно и мусороубирающим компаниям, и перерабатывающим компаниям, и, естественно, одесситам. Я также пообещал и скажу еще раз, что в Одессе совершенно перестали строить социальное жилье, и это недопустимая вещь. Ведь в Одессе есть сегодня погорельцы, дети-сироты, которые возвращаются из детских домов, дворники, которые обслуживают территории большие и зарабатывают мало, и мы давали им квартиры с учетом 10 лет отработки, бюджетные работники, врачи и учителя, проработавшие многие годы, инвалиды, вот те же врачи, которые сейчас переболели коронавирусом, кто-то получит инвалидность, что очень, конечно, печально, но это жизнь. Необходимо, чтобы город строил минимум 1000 квартир в год. Ну и дитячі садочки, и школы теж. Да, когда речь идет о детских садах и школах, еще в Жовтневом районе в те далекие годы мне даже довелось выступать на первом съезде учителей Украины, и мне дали это слово от области Одесской только потому, что всех детей в детских садах Жовтневого района кормили бесплатно и содержали бесплатно. Ну, сегодня есть ситуация, когда тем, чем кормят, лучше бы вообще не кормили. Значит, необходимо наладить питание детей в соответствии не только со всеми нормами, чтобы это было вкусно для них. Вы знаете, у нас есть звонок телеглядача, давайте відповімо. Вітаю вас, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Доброго. Я бы хотела задать вопрос Эдуарду Иосифовичу, если это можно. Так, так, будь ласка. Эдуард Иосифович, мы очень хорошо помним, когда вы были мэром города, что вы делали для одесситов, что вы делали для детей, что вы делали для малоимущих. Скажите, пожалуйста, когда вы будете, а мы надеемся, что вы будете мэром, вы будете продолжать эти программы? Потому что сегодняшняя власть, она все полностью сгубила на корню. И восстановить все будет крайне сложно. Дякую за питание. Ну, я только что отвечал на этот вопрос, но скажу еще раз. Во-первых, спасибо за добрые пожелания. А во-вторых, я собираюсь программы помощи людям в Одессе значительно расширить по сравнению даже с теми, которые были у нас, а считались они самыми большими в стране в 2005-2010 годах. Просто возможности города значительно увеличились. При этих возможностях можно было бы много очень сделать для людей, но делалось это для собственных карманов. И в этом беда и проблема Одесы. Конечно же, я этого никогда не допущу. Вот вы говорили про сміття, так? Ну, всі ж пам'ятають про те, що за вашу каденцію були придбані машини «Глобус», які мили вулиці, скажімо так, поливали. І був налагоджений цивілізований збір сміття. Це ж з'явилися при вас ці контейнери, які вони закривалися. От ви казали про те, що бюджет був дуже маленький. Так, були соціальні програми, ви всі ці програми підтримували, ви розвивали цей напрямок допомоги малозабезпеченим, дітям-сирітам. І в той же час ви знаходили можливості от, придбати машини ці і зробити от, такий цивілізований збір сміття. От як це відбувалося? Це було ще в 90-ті роки, і велись переговори ще в Жовтневому районі, і начало було положено там. И затем мы с немецкой фирмой «Эльтватер» подписали соглашение о вывозе мусора. И эта немецкая крупная на то время фирма взялась за это дело и взялась с немецкой пунктуальностью, с немецкой точностью и с немецкими возможностями. Что многие не помнят, что раньше по звонку носили ведра к машине. Да. Они установили контейнеры, которые у нас... Замість тих страшных баков, які стояли. Да, да, так в многих местах никаких баков не было. Надо было по звонку и по
стоять с ведром. Бежать с ведром к машине. Значит, так вот, они установили эти контейнеры, которых по названию этой фирмы до сих пор называют Альфатер. Это мусорные контейнеры, а название используется в фирме этой. И эта фирма нормально работала, и были большие планы на то, что преобразовать и свалку, и многое сделать. Но в 98 году нас отсюда просто нагло выдворили, и фирму «Альфатер» тоже. Это было совершенно незаконное, некрасивое, позорное решение. И про «Одеситів» никто не думал в той час. И отдали тогда это некому Маркову, значит, и все это стало приходить в упадок. Но когда мы вернулись в 2005 году, то, конечно, ситуация была другой, но фирма «Альфатер» и немецкий посол, который был тогда, хорошо знал об этом и даже сказал это в нашем правительстве, что фирма «Альфатер» согласна была бы вернуться только потому, что единственный город, в котором с них никогда ничего не требовали, а только им помогали, это была Одесса. И что они считают, что это было идеальное сотрудничество с городской властью. Ну, это имело дальнейшее все продолжение, но в очередной раз в 2010 году центральной власти и бандитам на месте удалось избавиться от нас и опять передать в руки негодяев свалку, на которую свозили очень опасный мусор со всей страны, который мог быть радиоактивным, каким угодно. То есть мы бы это никогда не допустили. А в отношении техники, да, мы покупали технику уборочную, но я скажу по-простому, для того, чтобы порядок поддерживать, надо мести. И вот три раза в день убирали Дерибасовскую, она была та чистая, а теперь пройти по Дерибасовской противно. У нас есть звонок, давайте будем відповідати. Вітаємо вас, слухаємо. Добрый вечер. Добрый. Это я в эфире, да? Так. Да. Хотела... Добрый вечер, и Эдуард Осипович. Добрый. Я живу на Таирово. Я коренная одесситка. Я помню, как было хорошо, в кавычках, до того. И до сих пор люди, которые ездят по дорогам, Успенская, Фонтанская дорога, должны помнить, что эта дорога сделана давно и долго держится, и кто ее сделал. Поэтому у меня такой вопрос, Эдуард Осипович, и у меня такой вопрос. Будет ли у вас организованы штабы, и вот меня интересует на Таирово, и планируете ли вы как-то вот тогда перед этим, люди говорят, боже мой, охрана у него, с ума сойти, приехал вот на площадь Деревянка с председателем райисполкома киевского, вышли из этого АЗИКа, никто не охранял, ничего, люди собрались, разговаривали, спрашивали, отвечал. Можно ли теперь тоже такое в данное время организовать? Или, я думаю, просто из-за того, что сейчас такое положение, наверное, нельзя. И, может быть, вы скажете, как часто вы будете появляться. Я другие каналы тоже включала. Поэтому очень хорошо, что люди начали слышать. Некоторые говорят, о, 72 года. Я говорю, да, а Байдену 80 ничего? Такой страной президентом хочет быть. Ну, я не беру себе. Мы инженеры-строители оба с мужем. Поэтому я, ну, мы Одесский институт кончали. Поэтому я знаю, что мэром должен быть строитель, с экономическим и юридическим образованием. Поэтому я желаю, чтобы вы, конечно, ну, будем стараться, и мы тоже, чтобы, конечно, вы вышли, чтобы мы немножко вздохнули. Это невозможно смотреть на ту колоннаду, которую рассказывал. Он у меня студентом был в строительном институте, как он сверху эти балки деревянные заменил на минуточку железобетонным, связал, которые потом неизвестно, что будет. Да, дякую. У нас дуже мало часу. Дякуємо за питання. Спасибо. Спасибо большое. Я рад, что вы помните об этих дорогах. Действительно, мы строили, то есть реконструировали магистральные улицы при денежном дефиците, но было сделано много таких улиц. И я всегда езжу по этим улицам и смотрю, каково состояние их.
Вот первая была сделана улица Успенская. Прошло почти 15 лет, и улица проезжая, все в порядке. Значит, сделали Дегтярную, Калантаевскую, Мясоедовскую, Фонтанскую дорогу, Тираспольскую. Кстати, Тираспольская была совершенно убитая улица. И Успенская, и меня иногда попрекают этим булыжником. Я еще раз хочу напомнить всем, что этот булыжник был балластом, и его повторно укладывать очень сложно. Мы это попытались сделать на Еврейской, и хорошие специалисты его укладывали. На самом деле правильно уложенный кусок улицы только возле института Филатова. Мы планируем сделать еще очень большие объемы работы. Это трасса «Север-Юг», которая должна была бы за это время быть сделана. С такими деньгами, как у них, куда они делись эти деньги, если трассы этой нет? Скоростной трамвай, где он? Ведь я договаривался о скоростном трамвае и покупке большой группы вагонов такого трамвая и с Мировым банком, и с Европейским банком реконструкции и развития. Они об этом рассказывают. Они дошли до того, что они постоянно рассказывают, что они сделали Стамбульский парк. Самое смешное в этом деле, что соглашение о побратимстве с Стамбулом, с Реджепом Эрдоганом подписал я и договорился о создании такого парка. То есть это люди, которые фактически при колоссальных денежных возможностях нашли для себя возможности только растащить их в чемоданах и не показать никакой работы для города. Это очень неприятная история. А ви розширювали пляжі, так? Давайте поговоримо ще про це. Намивали пісок. Після вас цього вже ніхто не робив. Ну, це ж така річ, знаєте, нормальна. Вони з часом пляжі стають меншими. Ну і ще, знаєте, дивлячись на те, що вони забудовуються, так, і кафе, розважальні центри і таке інше, так? От скажіть, будь ласка, як ви до цього ставитеся? Вообще в работе городской власти необходима плановость и регулярность. Ни одну проблему нельзя решить раз и навсегда. Вот мы нельзя навсегда отремонтировать крышу или канализационный стояк. Мы проделали большую работу тогда, применили новейшие технологии, привлекли зарубежную фирму, крупнейшую, известную в мире, получили результат достойного качества. Этот результат надо поддерживать точно так же, как и состояние дорожного покрытия. Проводить регулярную профилактику, капитально ремонты. То есть необходимо за всем этим следить. Есть форс-мажорные обстоятельства, но обычно разумный хозяин закладывает и эти риски. А у власти вообще нет сегодня ни стратегических решений, ни решения проблемы поддержания городских пляжей в нормальном состоянии. Они ничего этого не ищут. Они сдали в аренду, деньги для бюджета копеечные, поборы в собственный карман – вероятнее всего, значительные, и ни за что не отвечает арендаторам, никто не спрашивает. Делайте, они же рассчитались. Наше побережье громадными темпами, с громадной скоростью очень ухудшается состояние его. Необходимо срочное вмешательство по склонам, пляжам, молам, волнорезам. Ведь можно сегодня еще что-то сделать, а затем могут настать моменты, когда придется вкладывать значительно больше денег, и будет очень трудно изменить ситуацию. Ну, вот они временщики, поэтому они плохие стратегии, они только виртуозы тактики быстрого обогащения, к сожалению. Вот такая ситуация у нас сейчас с пляжами и со склонами. Болезненная ситуация, потому что если не будут укреплены склоны, и может большая беда для города быть.
знаєте, ходимо містом і бачимо, одесити бачать, як Одеса руйнується. Так? І тут стикаємося з тим, що скорочується міська програма, фінансування, верніше, міської програми, де передбачена реставрація, скажімо так, будинків. І, ну, знаєте, таке враження, що скоро навіть реставрувати буде нічого. Можливо, тому і скоротили її, не знаємо. От скажіть, будь ласка, якими будуть ваші перші кроки до спасіння того, що залишилося? Ну, ще вопрос, перший шаг завжди – це дань професіональної традиції журналістики. Це, його нельзя ніколи назвати. Ну, як можна назвати перший шаг в футбольному матчі, перший шаг в бою на рингі, в дискусії, навіть в погоді? Ну, тем не менее, какой-то определенный ответ все-таки сейчас возможен. Ведь главная угроза историческому центру города сегодня исходит от беспорядочной, неконтролированной и незаконной застройки центра. В первую очередь придется кардинально пересмотреть и поменять эту практику. Надо предварительно заморозить все потенциально опасные стройки. Это не акт возмездия каким-то неугодным застройщикам, бизнесменам за их сотрудничество с нынешней властью. И даже акт восстановления какой-то остатной справедливости, это нельзя так сказать, потому что для Одессы это станет актом элементарного самосохранения. У меня нет предупреждений, я скажу вот так, у меня нет предубеждений бизнесменам, которые ведут стройки. Я хорошо понимаю, и к ним персональных нет. Потому что я понимаю, что когда бизнес возвращал власть, были времена, они прошли эти времена. А сейчас происходит все наоборот. Сейчас власть возвращает бизнес, возвращает инвесторов, предполагая, что они будут вовлечены все в более гнусные схемы воровства. Бизнес вынужден соглашаться от безысходности. Он обречен на проигрыш в конкурентной борьбе и к разорению может прийти дело. Большинство серьезных инвесторов заинтересованы в прозрачных и справедливых правилах игры, но они бессильны. Вот мы вернулись в Одессу в 2005 году, я уже упоминал это. С Марковым, как с бизнесменом, уже было бесполезно говорить. С ним было невозможно разговаривать. Он привык все получать даром за определенную... И по договорнику. Вот донецкие карьеры, земли многих санаториев. И воспринимал как личное оскорбление, когда с него требовали действия или оплату в бюджет. И это был повод для войны. Его позорные политические убеждения были вторичны. Главные были... действия его как бизнесмена. И вот он попытался, настолько привык, что попытался так себя вести даже с Януковичем, если одесситы не помнят. И тот сказал ему очень понятную на их языке фразу: «Тебя надо взбодрить». И посадил в тюрьму. То есть Янукович смог с ним говорить на его языке. И сегодня я с грустью наблюдаю, как порядочные бизнесмены втягиваются в навязываемые им Трухановым грязные игры. И прогнав эту власть, мы сразу же изменим в Одессе атмосферу, и придется долго все-таки разгребать завалы прошлого. Долго. Так, ну і знаєте, от ті, хто слідкує за сесіями, так скажемо, ну вони бачать, як безсоромно грабується місто. Так, хамське відношення мера до депутатського корпусу, до активістів. Ну і от у нинішнього мера завжди хтось винен в тому, що трапляється. Трапляється, ви знаєте, в Одесі останнім часом дуже багато
прикрого. Ви ж знаєте, що і будинки, і багато іншого. І насамперед він не вважає себе винним ні в чому. Так? В нього і в перелік винних людей він вніс і Едуарда Гурвіца. Що стосується, скажімо так, узбережжя, забудови узбережжя, от ви винні в тому, що сьогодні там таке от відбувається. Ну, а що йому ще говорить? Ну, отрицати собственне преступлення перед городом невозможно, а не у всіх перед глазами. От вони талдичить. І Гурвіц теж брав кредити, і Гурвіц теж давав разрешення на застройку побережжя. Логіка, звісно, у нього замечательна. Я свинья, но и Гурвіц парнокопытная. Знаете, у него, вот он уничтожает Одессу маму, а у него все время проскакивает, как в том анекдоте, грустном анекдоте, как подсудимый, убивший своих родителей, просит снисхождения у суда, мотивируя тем, что он сирота. И про кредиты я уже пояснял. Поясню про побережье. За две моих каденции я подписал несколько таких разрешений по побережью. Не несколько десятков, а только несколько. И все они до одного, это можно проверить, касались объектов нежилого лечебно-рекреационного фонда. Законом это разрешено. Я действовал строго в рамках закона. Выбить из меня иное никогда не удавалось. Много было попыток, попыток построить там апартаменты, жилье. Я никогда не разрешал этого. И при этом мы проводили открытые земельные аукционы. Вот, может быть, кто-нибудь помнит, когда 40 соток под застройку мы продали – почти за 4 миллиона долларов, значит, сотка 100 тысяч долларов. А эти деятели продают по 5. Ну, по 10, это я не помню уже, чтобы не продавали. А по 3, по 5, то есть это сущее издевательство. Это ж деньги города, деньги, которые для всех одесситов. То есть это все остальное в чемоданах. Значит, так что же получалось, что и земельного аукциона не было, земельный участок выделен, но строить-то им хочется жилье, квартиры, апартаменты. И получив от меня, так, допустим, разрешение, такое бывало, бизнесмены не спешили строить. Они же выжидали. И некоторым удалось дождаться, пока путем фальсификации на выборах от меня избавлялись. Это было в 1998 году. Потом через годы справедливость была восстановлена, все эти решения отменены. Но что с этого? И когда дождавшись моего выдвоения, они бежали и меняли условия выданного разрешения за соответствующее вознаграждение. А Труханов теперь, как облысевший волнистый попугай, повторяет, разрешение подписал Гурвиц. Вот это вся история. Значит, ну что говорить о Труханове? О Труханове говорят в Высшем антикоррупционном суде. А в Высшем антикоррупционном суде продолжает рассматриваться дело по существу. А существо продолжает утверждать, что оно невиновно. Так. Ви знаєте, мені підказують, що у нас є дзвінок. Давайте будемо відповідати на нього. Вітаю вас, говоріть. Алло, здравствуйте. Так. Эдуард Осипович, смотрите, вот ходить сейчас по городу, смотришь, везде строятся дома, и все они разные. Кто на это дает разрешение, если вот архитектор? И вот в Альтаире там тоже куча домов настроили, выезда, въезда никакого, детского садика никакого, там ничего не планируется, и школы нет. Вот дома строятся, а детям куда ходить, куда их водить, как оно вообще, разрешение дают, а дальше как планируют эти все стройки? Вот это одна из главных бед города. Вот мы не давали разрешения на строительство без подземных паркингов.
мы обязательно включали строительство детских садов, начали строительство школ. Да, у нас были денежные проблемы большие, чего нет у Труханова, и он бы мог очень многое сделать за эти годы. Но то, что делается беспорядочно и совершенно по надуманным схемам, лишь бы впихнуть, я не хочу ругаться, значит, впихнуть куда угодно очередную многоэтажку и заработать побольше денег, это самое настоящее безобразие, которое, я уже говорил об этом, будет немедленно пресечено. Теперь же об архитектуре. У нас есть управление архитектурой, есть руководители и так далее. Я думаю, что Одесса такой город, что необходимо объявить всемирный конкурс на должность главного архитектора, а не директора, а не начальника департамента, который бы занимался бумагами всем, а именно главного архитектора. И найти на мировых просторах главного архитектора мирового уровня, который согласится по контракту несколько лет поработать в Одессе. И тогда мы сможем добиться, очевидно, стратегического плана дальнейшего развития города. И все-таки Одесса должна быть красивым городом. Она была, есть и будет. И никакие Трюхановы этому помешать не смогут. Дякуємо вам, дякуємо за участь в програмі. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був Едуард Гурвіц. Дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось. Спасибо.